концерт «Медитация». Мы очень хотим, чтобы каждый из вас участвовал сегодня в нашем мероприятии. Это не совсем концерт, где вот мы поем, а вы просто слушаете. Подразумевается, что вы тоже вместе с нами будете медитировать и петь. Мы проводим такие мероприятия в разных городах, в разных странах. И всегда один и тот же, практически всегда один и тот же результат. Люди получают некий опыт трансформационный, вдохновляющий каким-то великим свершением. И сегодня мы начнем с самого важного и будем углубляться постепенно. Очень важно для того, чтобы заняться медитацией, очень важно сначала расслабиться и оказаться в моменте настоящем. То есть вот этот стресс, страсть влияет на нас таким образом, что мы напряжены, и наше сознание раздваивается или расстраивается, можно так сказать. Оно либо где-то там в будущем, либо где-то застревает в прошлом. То есть оно постоянно не здесь. И получается, что человек никогда не живет. Жизнь означает переживание момента настоящего. Поэтому, если внимание соединяется с дыханием, обычно происходит вот это присутствие, настоящее присутствие, присутствие и момент настоящего. Сейчас мы вместе с вами именно с этого начнем. Пожалуйста, сядьте удобно так, чтобы вы могли медитировать, могли закрыть глаза и просто следовать за голосом ведущего. Давайте будем просто дышать и наблюдать за нашим дыханием. Сделайте вдох, выдох, непринужденно. Почувствуйте, как воздух входит через ноздри, потом выходит. Перенесите все свое внимание на дыхание. И просто понаблюдать за своим дыханием. Теперь, когда вы чуть-чуть подышали, мы сделаем следующий шаг. Ваше сознание соприкоснулось с моментом настоящего. Теперь нужно расслабить тело. Сядьте так, чтобы руки не были, не скрещивались. Руки, пальцы были свободны, спина была ровная, но при этом вы сидели удобно. Теперь, пожалуйста, расслабьте все тело. Мы будем говорить, направляя ваше сознание от одной части тела к другой. Сканируя тело, вы будете расслабляться. Начнем с лица, а конкретно с глаз. Итак, наши глаза – это самый сильный источник напряжения. Они постоянно видят что-то и не соглашаются с чем-то, боятся чего-то. Поэтому расслабьте глаза. Они как будто бы растекаются. Давайте расслабим скулы. Нам приходится искусственно мимикрировать
своего рода маску. Расслабьте лицо. Нижняя челюсть, чуть-чуть отвисает, как будто бы падает вниз. Расслабляем шею. Расслабляются плечи. Опускаемся ниже, грудная клетка. Расслабляем руки. Живот. Ощущаем, как расслабляется тазобедренный сустав. Мысленным взором идем все ниже и ниже, расслабляем ноги. Когда вы дошли до ступней, теперь мы поднимаемся снова к голове. Так несколько раз просканируйте свое тело. Если вы ощущаете в любой части вашего тела напряжение, мысленным взором расслабьте эту часть. Наблюдайте за вашими мыслями, образами. Мы опускаемся куда-то глубоко в внутреннее пространство тишины. Дыхание становится спокойным. Сейчас мы вместе с вами повторим мантру ОМ. Все вместе, в унисон. Отпечаток мантры.
вашем уме. Можете открыть глаза. Итак, мы сегодня будем вместе с вами заниматься медитацией. Медитация – это очень древний-древний процесс. Сейчас из-за того, что жизнь людей стала очень скоростной, уже практически невозможно выжить без медитации. Раньше медитация была чем-то естественным, поближе к природе жили большинство. Им не надо было столько всего запомнить, знать, делать. Они не боялись так много страхов, не пробуждалось в их сердце, как сейчас и в их уме. Достаточно заглянуть в новости, в новостную ленту, и можно запереживать, забеспокоиться очень сильно. Но сейчас, в наше время, медитация очень важное значение имеет, потому что помогает человеку, что такое медитация? Медитация помогает человеку по-настоящему синхронизироваться с самим собой, с этим миром и с Богом. Итак, медитация – это практика тренировки ума в осознанности. Осознанность – это значит, я наблюдаю за самим собой, за чувствами, которые во мне бурлят, но не реагирую на них реактивно. Я наблюдаю, я не оцениваю, я понимаю, я тот, кто наблюдает, я как бы осознаю. И также медитация помогает человеку синхронизироваться с самим собой, действовать из некой внутренней мудрости, приучить свой ум к концентрации и к тому, чтобы достигать цели. Для чего медитация? Очень важный момент, друзья. Медитация для достижения цели. Если человек невнимателен, если он не умеет концентрироваться, особенно в наше время, когда тебя хотят отвлечь, он ничего не сможет добиться. Это важный, ключевой навык человека в наше время – уметь концентрироваться. Поэтому так важно каждое утро начинать с медитации. И медитация для того, чтобы человек ощутил вкус медитации, для того, чтобы вообще приступить к медитации, нужно сначала остановиться. Вот как сейчас мы сделали, некая пауза. Мы нажимаем паузу внутреннюю и просто останавливаемся, наблюдаем за тем, что происходит. Дышим, вот, как бы осознаем самого себя, осознаем все, что происходит вокруг меня и внутри меня. Но еще этого недостаточно. То есть из-за стресса, дорогие друзья, из-за стресса наше сознание становится очень крепким и негибким. Вот. Потому что жизнь означает, я должен быть гибким. Иногда я должен согнуться в эту сторону, иногда в другую. Я должен много всего принимать и много всего отдавать. Но человек, который в сильном стрессе, в сильном страхе находится, у него есть одна проблема. Он вообще не гибкий. Он просто не может он быть гибким. Он такой дубовый, он держится, он упирается. И такое сознание, к сожалению, будет как бы продавлено жизнью. Знаете, если кто-то не гнется, он будет ломаться. И ломаться, и ломаться. И вот чтобы жизнь не ломала нас, нам просто нужно немного гибче научиться быть. Жизнь, ведь она не хочет нас ломать. Она просто хочет нам дать что-то. Она хочет чему-то нас научить. Но не может, потому что мы держимся, мы не гибкие. И сейчас у нас будет медитация. Это очень важная ценность, которую мы должны понять. Принятие. Мы с вами, медитируя и повторяя эту мантру ОМ, теперь будем также вкладывать туда вот эту вот санкалпу или намерение «Я принимаю», принятие. Вы знаете, что значит ОМ, мантра ОМ? Нет? Мантра ОМ означает «Да». «Да» значит «Я принимаю». Просто принимаю. «Да, я принимаю». Когда человек что-то принимает, ему еще что-то отдавать надо. Потому что он, ну, невозможно принять, если ты за что-то держишься. Да? Поэтому эти две вещи, они как бы рука об руку. И сейчас мы буквально, понимаете, сначала мы проделываем путь на тонком уровне. А потом на грубом уровне происходит изменение.
Ну и даже в жизни становимся более гибкими в своем общении, в своем труде, в своих отношениях, в семье там, и так далее. И, значит, мы будем это принятие ощущать в этой медитации на трех уровнях. Первый. Что сложно принять? Себя сложно принять, родного. Вот с кривым носом, да, с волосами седыми или еще что-нибудь у каждого вылазит. Вот. Что-то меня не устраивает в себе. Вот я принимаю себя. Потом второе. Я также должен принять тех, кто вокруг меня находится, особенно своих близких. Так сложно их принять, они постоянно меня бесят. Я не знаю, как у вас, но нет такого, да, вообще такое происходит. Просто иногда думаешь, Господи, вот прислали как врагов мне. Да? Вот. Второе. Людей, близких. И третье, очень важно. Это самое сложное, волю Бога принять. На самом деле человеку, как сказала одна мудрая женщина, всего лишь нужно научиться две вещи. И вся его жизнь будет суперпродуктивной и вдохновляющей. Но так это сложно, две вещи. Знаете, это что? Первое, рано утром вставать, а второе, научиться принимать. То, что происходит. Принимать свою природу, принимать волю Бога. И сразу легче жить становится. Вы увидите, как вообще просто ваша жизнь преобразится и преобразится. Поэтому сейчас мы будем вместе с вами медитировать. Когда мы повторяем мантру Ом, мы будем вкладывать это внутреннее намерение, вот это внутреннее согласие. Я согласен, я принимаю. Пожалуйста, садитесь снова в позу медитативную, если вы уже расслабились. Если нет, то просто можете закрыть глаза и перевести свое сознание в режим наблюдателя. Сделаем вдох, выдох, непринужденный вдох, выдох. Расслабьте тело. Мы можем просто понаблюдать за ним, ощутить. Я не тело, я тот, кто осознает тело. Я не ум со всеми программами, мыслями, образами, эмоциями, которые бурлят в нем. Я тот, кто наблюдает. Опуститесь в пространство тишины. Успокоился. Сейчас мы повторяем мантру Ом, и мы соглашаемся со своей природой, с тем, каким меня создал Господь. Я меняю себя, но меняюсь этим чувством принятия. Thank you.
подарки судьбы. Это действительно дары. Но для того, чтобы распечатать эти дары, для того, чтобы увидеть глубокое послание, прочитать это послание в событиях жизни, нам нужно стать немного гибче, перейти в ученическую позицию и принять эту волю. Давайте вместе повторяем мантру «Ом прими». Oh.
все рассветы леса, откуда я. Наша прыщу подвижу, за богата сегодня. Oh,
наша такая первая мантра медитация музыкальная. Что такое мантра? Мы сказали в медитации, что это практика концентрации ума, где человек развивает способность, опыт за пределами мыслей, за пределами каких-то эмоциональных внутренних состояний. Человек может выйти за пределы того, что происходит в коробочке его ума. Он может влиять так или иначе на это. Это медитация. Способность концентрироваться. Мантра означает могущественный звук. Звук, в принципе, играет очень важную роль в нашей жизни. Мы знаем, что звук может, любая песня, какая-то любимая наша песня, пробуждает в нас определенные эмоции. Одним словом человек может вызвать бурю эмоций в ответ. Любви или гнева, негодования, страха и так далее. То есть звук обладает огромной силой. Мой друг просто, знаете, был день Экадыши, может быть, вы слышали об этом, благоприятный день для очищения. Он постился весь день, он с Кавказа такой парень. Вот, и он был очень злой, весь день не ел. И так получилось, что у него, он в офисе сидел на столе, что-то лежало там, какая-то еда, в общем, в такой тарелочке. И вдруг он увидел, что мышка залезла прямо вот перед ним, туда, в эту тарелку, и забрала то, на что он думал, ну, завтра я это поем. Моя тарелочка с какими-то вкусностями. И она залезла туда и так счастливо начала это все щелкать, есть. И он говорит, я в гневе просто ей сказал, ах ты! И все, больше ничего не говорю. И она просто упала и умерла. Бедная. От страха, такой, такая сила была, столько злости было вот в этом. И он говорит, мне так стыдно стало, я туда столько энергии вложил, он говорит, в эти слова. Поэтому вибрация имеет силу, но мантра обладает еще более особенной силой, трансформационной силой. Иногда мы занимаемся медитацией, мы хотим изменить свою жизнь, но не можем. И вот нам нужна помощь, поддержка. Этот звук как бы снисходит на нас, он проходит сквозь нас и дает нам силы сделать то, что в норме, возможно, бы мы не сделали. Так, мантра, мананатра, это эти мантры, это то, что влияет на наш ум, это то, что преображает наше сердце, то, что дает нам энергию, трансформационную энергию. Можем провести опыт. Вот поднимите руку здесь все те, кто благодаря мантре смог очень существенно что-то изменить в своей жизни. Вот, видите, здесь много людей. Это не подсадные люди. Это реально люди. Это в каждом городе мы такой эксперимент проводим. Итак, мы сейчас проведем следующую нашу мантра-медитацию. Мы будем с вами петь. Но вначале, перед тем, как петь слова, удивительные слова этой медитации, мы проведем вместе с вами погружение определенное. Это будет медитация на любовь. О, любовь — это на самом деле самое важное в жизни, правда? В Ведах говорится, у человека есть четыре цели. Просто счастье, первое. Вторая — быть богатым, артха. Третье — честь, долг. Это еще выше, чем просто богатство. И четвертое — это освобождение, это как бы просветление. Но все это, все эти четыре цели не имеют смысла, если в конечном итоге в своем сердце человек не обретет любви. Прайма Пумарта Махан. Поэтому любовь, она всему придает смысл. Если кто-то ищет свой смысл, есть только один смысл – это любовь. Поэтому сейчас это будет медитация на любовь. Пожалуйста, закройте глаза, сначала мы помедитируем вместе, и потом мы будем вместе петь слова этой мантры. Давайте сделаем вдох, выдох. Запомните этот важный шаг. Любая медитация, настоящее углубление начинается с внутреннего пространства тишины. Нам нужно полюбить внутреннюю тишину. На фоне этого принципа наблюдения тишины внутренней вы сможете понять, что происходит в вашем теле и уме. И тогда вы можете влиять на это. Пока вы едины
с внешними оболочками очень сложно что-то изменить. Пожалуйста, опуститесь туда, лучше. Пространство внутренней тишины. Вы можете ощутить очень важную, теплую, комфортную атмосферу в своем сердце. Там вы можете расслабиться, не нужно защищаться. Сейчас, пожалуйста, одного за другим. Вспомните всех тех, кто так любит вас, проявлял любовь, заботился, поддерживал вас. Вы можете вспомнить родителей, друзей, близких, братьев, сестер, бабушек, дедушек. Можете вспомнить учителей. Буквально посмотрите на них, и они смотрят на вас. Вы видите их ласковые, любовные взгляды. Вы вспоминаете и чувствуете все, что они сделали для вас. Вы переполняетесь этой любовью. Именно благодаря этой любви вы стали таким, какой вы сейчас есть. Без этой любви мы бы не смогли выжить, мы бы не смогли ощутить счастье. Испытайте благодарность и любовь в ответ на все, что вы получили от меня. Взгляните в их глаза. Проникнитесь любовью. Но сейчас, дорогие друзья, поймите, что это лишь зримые проявления любви в нашей жизни. Невидимыми нитями за всеми ними, за нашими учителями, за родителями, бабушками, дедушками, родственниками, нашими возлюбленными, друзьями, детьми, стоит кто-то, кто так любит нас, заботится. Именно Он посылал всех тех, кто любит меня, кто заботится обо мне. Любящий друг, возлюбленный, может быть, брат, господин, Бог. Он может предстать в любых формах, так, чтобы завоевать сердце. Не всех, но конкретно вас. Почувствуйте эту любовь. Эта любовь тянется из глубины веков. Она всегда рядом с вами. Она пронизывает всю Вселенную. И она в вашем сердце. Сейчас, когда мы будем петь слова песни, пожалуйста, постарайтесь вложить эту сердечную любовь в эти слова. Это не просто слова, это слова любви. Джею Радха Мадхава, Джея Кунджа Бихари, Джею Радха Мадхава, Джея Кунджа Бихари. Гопи Джанава, Джая Гири Варадаре. Гопи Джанава, I'm not afraid of the dark.
Субтитры создавал DimaTorzok.
А давайте еще раз все вместе. Еще раз, все. Когда начинается динамичная часть. Сейчас мой друг Нараян споет очень динамичную, яркую мелодию, красивую, я ему сейчас подыграю. И тут нам очень важна ваша энергия, потому что, как вы заметили, это не концерт. Мы находимся в контакте с вами, мы вместе с вами это делаем, поэтому это называется киртан. Это когда мы поем вместе. Одни сами мы тоже можем спеть, но это будет не так сильно. Потому что именно в наше время говорится киртан как медитация, как мантра медитация, это самая сильная и самый сильный вид практики. Поэтому обязательно присоединяйтесь всем нутром к нам. Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотел бы немного настроить на следующую мантру, которую мы будем петь, на медитацию. Как до этого говорил Харидас по поводу наших самых дорогих и близких, которые связаны друг с другом очень маленькой невидимой ниточкой, которая ведет к абсолютной истине. Сейчас мы будем петь очень удивительную мантру. Она звучит так. Гей Говинда, Гей Гопал, Кешава Мадава, Дина Даяла. Очень просто. Давайте повторим. Гей Говинда, Гей Гопал, Кешава Мадава, Дина Даяла. И что же она означает? Гей Говинда, Гей – это обращение, о мой дорогой. Гей Говинда, Говинда – это тот, кто очень прекрасен. Всем своим видом он заставляет нас улыбаться и радоваться. Гей Гопал – это тот, кто помогает нам на нашем пути, чтобы мы двигались в нужном направлении. Кешава Мадава. И говорится то, что Кешава Мадава – это очень прекрасная медитация, о которой вы никогда не пожалеете. И Дина Даяла – тот, кто всегда думает о нас, и тот, кто за нас очень сильно переживает. Hey, Gopal.
Shabbat shalom.
Нараян. Сейчас он также будет играть на Вриндаване. Вам понравилось, как все звучит? Вот это называется мриданга. Мриданга значит глиняное тело. Этот инструмент разговаривает мантрами. Да, еще сегодня, говорят, покажут они, эти ребята, они могут показать много всего. У нас есть такие чашечки кара-тала. Кара значит руки, тала – ритм. Руки, которые делают ритм, верхние частоты. Вот. Мы используем такой инструмент физгармонии. Он был изначально придуман для того, чтобы возносить молитвы Богу. Слава Богу. Раньше он был такой большой шкаф. И в церквях, в Германии, в Европе использовали его для хорового пения. Но сейчас он в таком виде, в основном только в Индии используется, в Пакистане. Тоже для пения молитв баджанов. Ну, у нас есть какие-то еще традиционные инструменты, скрипка, синтезатор и так далее. Сейчас у нас будет еще одна медитация, очень важная. Мы говорили, что смыслом жизни является любовь. Но никакая любовь, настоящая любовь означает что-то неэгоистичное. Любовь означает что-то, что выходит за пределы меня. Поэтому в ведах и в науке йоги говорится, что настоящая суть как бы религии, истинная религия, никогда не противоречит, а наоборот поддерживает принцип сострадания. Сострадание – это суть любой религии, любой традиции, любой дхармы. Если человек не сострадает, значит он не любит. Если он не любит, значит, он ничего не понимает. Потому что только человек в этом мире может любить, как никто другой. Человек создан для любви, только для этой цели. Любви к Богу, любви ко всем живым существам. Сейчас мы вместе с вами как бы проведем эту медитацию в продолжение этой темы любви и заботы. Да, все это мы пели вот вместе с Нараяном. Дина Даял. Дина Даял — это значит тот, кто очень добр к тем, кто Дина, у кого проблемы. Он очень добр. К Богу-то как обычно обращаются? Что за Бог, если не помог, говорят. В другое время особо никто к нему и там сильно не обращается, бывает. Поэтому Дина Даял, ты добр к тем, кому плохо. И сострадание, этот принцип от него исходит. И на самом деле человек в этом мире может быть инструментом. Либо какой-то кармы и материальной энергии, либо инструментом сострадания, любви или духовной энергии. И вот по сути, каждый день, настраиваясь на день, думая о том, что происходит, мы становимся проводником либо одного, либо другого, либо добра, либо зла. Добро в высшем проявлении, дхарма или религия – это сострадание. Пожалуйста, закройте глаза, мы сейчас прям вместе войдем в эту медитацию, будем вместе с вами петь. Пожалуйста, садитесь, закройте глаза. Снова перейдите в режим наблюдателя. Давайте вместе с вами опустимся в пространство внутренней тишины. Священное пространство. Пожалуйста, вспомните любовь. Живое существо Шрадхама Яям Пурушона состоит из любви. Чем больше любви, тем больше доверия. Чем больше доверия, тем больше человек может сделать в этом мире. И тем больше сострадания он может проявить ко всем живым существам. Давайте проникнемся, вспомним эту любовь. И в этой медитации, когда мы будем петь припев «Нитай Гоура Хари», пожалуйста, вложите туда вот это намерение. Я хочу быть проводником, проводником сострадания и любви.
То есть это реально внутреннее намерение, внутреннее санкалпа. Oh,
Samsara mahya, rohini poniya, se pade na kilasha. Samsara mahya, rohini poniya, se pade. Апана карма пуджае шамна охае лочамадаса.
Все вместе, даже те, кто там сверху сидит. 3, 4. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Еще разочек, чуть громче.
батл. Я сыграю на этом, он на этом, и посмотрим, кто это делает круче. Вы сейчас экономите энергию. Тут надо, чем больше отдаешь, тем больше ее получаешь. Да, попробуем еще раз. Раз, два. Я вижу мужчина в оранжевой футболке. Я вас вижу.
Бхагавату. Харе Кришна. Кто его готов принять? Кришна, Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna,
радостью, миру и Богу за то, что просто мы есть, потому что любовь подразумевается, что мы просто есть. Споем еще раз от своего сердца «Никай Гура Хари». Никай Гура человека меняется так, что он может продолжить это, распространяя это вокруг себя. Вот мы хотим, чтобы в шкатулочке драгоценностей ваших таких переживаний, опыта счастья, опыта вдохновения, опыта присутствия Бога появилась еще одна маленькая такая жемчужина или большая сегодня на программе, чтобы вы становились бесконечно богаты духовно в первую очередь и материально тоже. Я хотел, чтобы вы еще раз поблагодарили всех музыкантов за то, что они создавали сегодня эту божественную симфонию. Давайте их поблагодарим. Отдельно благодарность вот этому парню, его зовут Ананта. Он вообще не танцует, но когда... Ну, сегодня он сделал исключение, он бросил батл. Мультимузыкант, видите, он играет во многих инструментах. Сегодня, по ощущениям, я победил вас. Слишком мало. В следующий раз, когда мы приедем, надо будет, чтобы вы взяли реванш. Там был один мужчина, который первый встал, и такой, ого, да? Именно он станет первым. Также я хотел поблагодарить Нараяна тоже, что он был приехал. Вам очень понравилось, по-моему. Я хочу поблагодарить, конечно же, также организаторов этого мероприятия. Смотрите, сколько всего тут красивого подготовили, какая атмосфера. Вы как будто бы из города прям попали в какой-то божественный сад, да? И тут вот в этом саду мы вместе медитируем, да? В какой-то рощице такой нектарной. Давайте поблагодарим всех организаторов, всех тех, кто это сделал. Мантра-йога, если вам интересно, можете набирать в интернете, у нас там есть записи. Мантра-йога, Го-киртан, Харидас медитейшн, Нараян и так далее. Все ваши данные, кто хочет, можете оставить, вам будут присылать. Спасибо всем большое.